Привет, друзья, с вами Дог Браун, и мы продолжаем гонять Watch Dogs, и я понятия не имею, что сейчас будет. Судя по всему, сейчас будет вечеринка со взрывами от Джорди. Он вроде как согласился, но я не совсем догоняю суть всего дела, так что давайте посмотрим, что получится из этого всего. Тук-тук, Джорди. А там никого нет. Они есть. Что это? Погоди, увидишь. Фу, вроде мороженое. Не? Айскрем. Захвачу друзей. Твою-то мать. Пона мать. Я думал, ты про взрывчатку. Тогда бы я сказал подружек, но ее я взял. Мне нужно вот что. Надеюсь, ты как-нибудь используешь этих ребят в разборке. Мне надо типа подобрать хвосты, а ты вроде как мне должен. Ничего я не должен. Так, давай уже сюда взрывчатку. Ага. Эти два психа повисли на мне после работы в Габоне. Как они пыхтели, пытаясь меня убрать. Я, короче, такой на маслкаре. Зверь машина, а-ля 70-е, знаешь. Когда ну, знаю, ДТП то. Называли аварией. Идем. И прикинь, двое этих умников зачем-то решили протаранить меня на своей паршивой экологичной машинке. Ну, она такая... Бах! И влетела прямо в фуру, держи. Глаз. Целый вот. Ящик динамита, забей. Можно кратер сделать. Вот но... что я тебе припас. Такая бомба-липучка. Зырь. Липнет. Круто? Хм. И вот эти идиоты сидят там, ссутся от страха. Машина в хлам, а я и злой на них, и ржать тянет. В итоге я всадил по паре пуль в эти лоснящиеся рожи. Такой вот расклад. Ты разберись, лады? Но нет. Вот что нужно. Точно. Скажем так, это пробный шар. Ну что, потренируемся? Джорди. Супер. Круто. Не нужен мне пробный шар. Конечно, нужен. Сейчас все устроим. Джорди! Твою ж, блин, налево. Пробный шар, твою мать. Незваный гость. Уничтожить. Взорвите фуру с помощью СВУ. СВУ. Самодельная взрывчатка с дистанционным взрывателем. Выберите СВУ в селекторе оружия. Удерживайте G, чтобы прицелиться, и отпустите, чтобы бросить. Нажмите пробел, чтобы отменить бросок. Q, чтобы взорвать. Подбирайте неиспользованное СВУ, нажимая E. Окей. СВУ. Заберу. Думаю, лучше отойти. Нет? По идее, рвануть должна знатно. Опа! И давай туда так. Туда! А ведь хорошая тачка. Могла мороженое возить, но когда-то она его и возила. Так, ладно, подобрали. И... Надеюсь, второй раз ты же не рванешь, да? Знатно горит, слушай. Два трупа там. Тут. А я-то думал, второй раз не рванет. Узнает, бедбак поднимется. И тогда он мой. Так, это капец какой-то. Оказывается, я, блин, в шоке. Найдите запись с камеры. Я, оказывается, я посмотрел просто, где она находится. Разов с 20 мимо нее тупо прошел вот этой фиговины. Оказывается, все здесь. Давай, посмотрим, что у нас на камерах. Давай, система, загружайся. Загружайся. Чемодан с баблом. Нормально. Пирс, ты не взорвался? Пока нет еще.
Мне надо выяснить, где у них будет сходка, чтобы можно было устроить сюрприз. У, ловушки круть. Ну, даже не знаю. Так, подготовьте засаду для Вайсройс. Давай вот что сделаем. Это мы все откроем. Это пускай внизу, если еще я за этим прятаться буду. И это тоже вниз. Это не надо, чтобы они там прятались. И это сюда. А вот на кран я залезу и там буду ждать. Дальше давай туда. Я думаю, отгонять байк нет смысла, они вряд ли выкупят, что... Следы шины. Кто-то тут часто паркуется. Да все, пучко. Нормально. И давай обратно теперь. Покатили. Так, если что, у нас раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть камер, вроде как. Я думаю... Еще следы. Судя по всему, покупатели. Так. Давай сюда. Эйден, заховайся. Ну еще, вроде как я готов. Мне интересно, мне надо замес жесткий сделать. Или можно спокойненько, по-тихому. Ну, на крайняк, если еще арсенала, я думаю, у меня хватит. На все случаи жизни. Да и вроде как я готов. Не, давай подымем. Подымем, все-таки подымем. Если еще тут отсюда перебежал сюда, потом туда. Может, лучше наверх. Так, 10 секунд. Сейчас кто-то сюда приедет. Вайсройс на подходе. Позицию занял. Блин, опустись. Ладно. Так. Вот сейчас самое интересное, да? Ух ты ж, ё-моё! Возможно, создание помех — это хорошо. Не зевай, Бэт, бак на подходе, чел. Блин, босс решил завалить Би? А тебе-то чё? А тебе-то, да, реально. Тебе-то тут... Какая разница? Например, ты за бабу, а Би будет крутым и живым. Да иди ты где! Просто жаль же где! Туда! И вся твоя навороченная фигня тебе не поможет. Так. Хорош на меня таращиться. Тихо. Ничего не Блин. Было. Там что, трупа валяется, что ли? Вот черт, он! Вот черт! Эй, чел, ставите народ! Иначе мы тут все поляжем! Убивать, ты серьезно! Ну давай! Блин! Почему не получилось? На тебе со снайперки, я такой. Не срослось, ребята. Так, ладно. Я не понял, почему он его не хотел обезвредить. Мог свободно на F и, блин, обезвредить все. Но нет же.
Какого черта? Почему не срослось так? Так, одна минута осталась. Все пучком. Я не буду залазить на эту фигню. Вот эту мут мы опустим тоже. И я останусь. Просто останусь здесь. Нет, вот здесь я останусь. Тут будет проще спуститься, то с этой фигни пока спрыгнешь, пока наверх, пока вниз. Время есть. Мне бы вот что-то. Вот, блин, если бы на М-ку можно было надеть глушитель, ей бы цены бы не было. Автоматическая винтовка. Раз, два, три. Гоблин самая крутая, но что-то она как-то мне... Даже не знаю. Гоблин. Обычно есть 111, есть 111 с глушителем. Хром. Это что такое? Ух ты! Прикольная штучка. Но мы возьмем наш особый 911. Так, парни прибыли. Сузишкой такую. Слушай, классная тачка. Протюнингована. Вот что не хватает, так это самому возможности, вот чтобы можно было тюнинговать. Это было бы дико круто. Тихо, Эйден, не топай. Зибай, Бэтбак, на подходе, чел. Блин, босс решил завалить Би? А тебе-то чё? Не был бом бабой, остался бы жив! А вы поменяйтесь. Например, ты за бабу, а Би будет крутым и живым. Да иди ты в пень! Просто жаль, жерде! Так. Надо как-то убрать этого паленка, и получается отвлечь, я его уже не могу. Ну вот почему помехи? Ну давай же. У меня же есть куча всякой ерунды для того, чтобы помехи делать. Почему я не могу взять его, отвлечь? А ну, кстати, стоп, момент. Навыки. Вот же, помехи в эфире. Взломайте противника, чтобы оглушить его, создавая помехи в эфире. Вот должно работать. Это... Чё за нахер? Капец. Увидел. Вот это херово. А ну-ка. Понятно, оглушить не получится. Да что такое? Ну первый же шанс вообще получилось, что то теперь не так. Не пошло. По-тихому не вышло, значит будем просто и по громкому. Так. Поляжешь. Да, поляжешь. Что творится? Что, откуда, где? Воу! Зашибись.
не срослось. Так, что-то с тактиками явно плохо. Нет, это лишнее. И это лишнее. А вот это надо поднять. Бомбы замаскируйте их и найдите удобные позиции. Время есть. Так. Так. Хз, давай сюда, что ли? Беспалевная бомба лежит, конечно, такая. Вообще, кто бы мог подумать просто? Кто? Никто бы не догадался. О, хорошо вообще, по красоте. А если сразу? До свидания. О, тут еще не это самое. Ну теперь это уже точно. Ну давай. Да все уже. Ну сколько можно, блин, ну капец. Надо было просто заложить под две машины и рвануть сходу две машины. Капец. Просто капец. Вот, собственно, так я сейчас и сделаю. Просто рванем две машины. Так. Череда неудачных этих самых будет окончена сейчас. Блин, я задолбался просто умирать. А мы сейчас вот что сделаем. Мы кидаем раз. Отличный. И быстро-быстро давай, Айден, быстрее. И сюда. Все, надо будет быстро рвануть обе тачки. Время есть. Так. Так, идет. Дотягиваюсь отовсюду, отлично. Отлично, просто рвем две машины. Нет, с камерой даже будет неудобно, так проще самому. Хоба, навелся, навелся. Давай. Это подъедет первое. Бух! Это подъехала вторая. Бух! Кто вызвал подмогу? Чувак, нас тут натягивают! Нужна подмога, срочно! Их тут натягивают. Их тут уже натянули. Детка, отогнали. С гранатами это, конечно, очень интересно придумали. Где они? А. Если под поле,
Да ёлки-шпалки. Так, все нормально. Ушел. Реген. Ушел. Понял, где он. Сейчас подойду. Хорош. Все. Устраните всех людей Ирака. Люди Ирака — это пол. Но с бомбами было, кстати, круто. Очень круто. Походу мне теперь валить бы отсюда. По-хорошему. Замать его, чтобы переходить звонок. А где мобильник-то? А твои друзья чутка заняты. Сдохли. Чё слышал? Эй, есть кто живой? Слышите? Да ё-моё! Капец! О, что это за человек? Уходит. Настучит Ираку. Тогда бедбагу конец. Нейтрализовать. Ну, началось. Нейтрализовывать лучше на машине. На тяжелой. Поехали. Давай. О, слушай, опасная машина. Какой парень из новостей? Ты как вообще меня увидел? Так. Блин, отрывается, зараза. Давай, все пучком. Ну же, расстояние, что ж ты делаешь? Догнал. Так, где-то тут мой поворот. Опа, вот он. Дорога. Я извиняюсь, конечно, я спешу. У меня оправдание. Во, вижу, все. Не уйдешь никуда, никуда не денешься. Не срослось. Мост, отлично. Все, сдохни. Хорош. Отлично. Доберитесь до бедбага. Окей. А где он? Кстати, серьезно, где он? Это было легко. Я вот не пойму только одну. Я мост начинаю разводить, а мост обратно такой, на, все, мост обратно свели. Что за бред, почему? И всегда-то, кстати, это такое западло всегда во время погони. Что, куда, зачем, почему, я не знаю. Поехали. Кстати, с фрезами я не знаю, что такое. Игра то идет все хорошо и плавно, то начинает фризить. Сейчас идет 50 FPS, иногда резко падает меньше. Не, я понимаю, что, конечно, куча объектов грузится, все дела, но... Почему так внезапно это все начинается? Сейчас вот вообще 80 FPS, ну понятно, сейчас станет его мало, но все равно. Не совсем я догоняю логику Watch Dogs, потребление его всех характеристик компьютера. Ты, коуч. Так, знаете, что мы сделаем? Я доеду, я включусь. Теперь так, надо его слегка пригнать. Шантаж, думаю, как раз то, что мне нужно. Я дал, но я могу и отобрать. Пройдемся за ним теперь. Чудесный мороз. Бедбак не долг. Блин, по траве вообще свинтус. Чё такое? Нет никого. Он же меня в лицо не знает. Как меня могут засечь, если меня не знают в лицо? Позвонить.
кто-то послышит? А я нет. А я нет. Что-то как я его должен? Ну послушай, но как? Музыка ломаем. Блин, дайте на битбага нацелиться. Нет. Не о, быть. Есть. Но, блин, как... Боже, что это он задумал? Понятно. Звоним. Не вешай трубку. Что за черт? Чувак, ты кто? Я сам по себе. Есть одно дело. На его тайр он не потянет. Нужен битбаг. Услышимся. Слушай, что это? Что за хрень? Паникер, блин. А он что? Чего? Такое сыкло какое-то. Ясно. Понятно. Кто-то меня пасет. Все трупы. Вы заберите меня отсюда. Да ты больной. Что ты несешь? Угу. Да он не спит. Ну понятно. Нет, стой. Да нет. Угу. Черт. Так, пацаны ушли. Что? Да. Ну, что, смотри, да, что с долей рака? Нет, хватит! Забей ты, Ирака, обо мне думай. Не, скажись Ираку клубу да. Не почувствуй. Так. Свинья запаниковала. Что у тебя? Свинья запаниковала, вот так вот. Ты будешь моими глазами и ушами в Росипремонт. Нет, ни за что! Ирак убьет меня! Да? А что он сделает, когда увидит это? Еще показать? Нет! Удали это, прошу! Ну, ну да, вот прям сейчас. Удалю. До связи. Все, чувак, попал ты по самые помидоры, все. Нормалек. Так, найс! Незваный гость. Вечеринка с фейерверками удалась. Хоть и не так, как изначально я хотел, конечно, но да ладно. Много раз я что-то умирал в этот раз. Как-то нехорошо получилось. Машина классная. Реально классная машина. Че ты мне названиваешь? Меня ж так грохнут! Скажи, как подобраться к Ираку? К Ираку не подберешься, чел. Забудь, он не выходит. Попробуй еще разок. Стой. Аукцион. Он будет на аукционе Куина. Что за аукцион? Частный. Ну, не такой, как обычные аукционы, а по приглашениям. Достань приглашение. Я тебе что, Джим? Ладно, ясно. Еще позвоню. До связи. А я догадываюсь, что будет за аукцион, и чувствую, будет более чем просто интересно. Так. Ну что там? Придумал, как добраться до Ирака? Да, битбаг в деле, ждет звонка. Осталось достать карточку доступа Ирака. Это единственный вариант. Это радиоидентификатор. Если повезет, сможем клонировать. Похоже, Ирак будет на аукционе. Есть шанс. Аукцион, ну да. Помнишь, у Ирака был портфель? Еще бы. Ирак им череп пробил. Ну да. Он сказал, что там список гостей. С тебя тортик. Я отслеживал этот портфель. Сейчас гляну. А ты молодец. Заполучим портфель. Подберешь мне имя из списка. Одолжу его. Мысли читаешь? Сейчас пришлю координаты. Окей, ребята, поехали за портфелем. К тому же недалеко ехать. Клара такая, с тебя тортик, нормально. Сама наивность. Чем интересно у них все закончится с Айденом к концу игры? Вы жива останется, потому что все, кто знаком с Айденом, как-то полиция Чикаго приняла постановление об аресте Пирса. Однако жители продолжают поощрять его действия. С такой народной поддержкой его будет очень трудно найти. Блин, жалко нельзя посмотреть статистику, там сколько там полицейских снес, сколько обычных горожан. Вот этого не хватает, было бы интересно. Так, аккуратненько едем, спокойно, не спеша.
Но, по-моему, я за все вот это прохождение вынес только одного полицейского, и то это было при побеге из тюрьмы, я как-то вышел, а на меня коп с дробовиком, ну и... Ну, короче, он сам виноват. Блин, да дай же проехать. Очки. Гребаный пух сейчас повсюду просто. Так, пошли. Бандитский притон. Нет. Без шума и пыли. Как говорит наш любимый шеф. Бери деньги и не отходи от кассы. Или как он там говорит. Аналог ядерной бомбы. Начать задание без шума и пыли. Надо действовать осторожней. У Дэмиана свои интересы в этом деле. Он что-то задумал. Ладно, пока займемся портфелем. Что-то как-то все так, как-то, блин, сложно все, завязано как-то так, что аж просто капец. Босс попросил меня объяснить, насколько это важно. Это не просто портфель с именами и приглашениями. Это, по сути, будущее нашего дела. Досье, ошибки, бизнес-планы, все, что Квин сможет использовать против своих гостей. Ясно? Можно считать, что этот портфель набит золотыми слитками. Зашибись. Все так. Опа. Я знаю, что это сильно палевно, но... Портфель видишь? Да, иди, из проявления Пирс. Стоп. Поверить не могу. Что? Парни Куина проворачивают старый как мир трюк. Подменить портфель? Серьезно? Ностальгируют? Я такого еще не видел. Зачем они это? CTOS не обмануть. Любой, кто взглянет на монитор, заметит подмену. Хотят обмануть систему обнаружения. Интересно. Я что-то тоже не догоняю смысла в этом трюке, если реально, ну, на камерах-то все же видно. Смотри, вот меняется. Блин, только этого не хватало. Нужно что-то делать. Почему правительство молчит, а? Оба. Я в инвизе. Ты меня не видишь. Капец, они сейчас садут что на катер? А нет. Следуйте за лодкой. Портфель на лодке, лодка идет по реке. Поеду за ними на байке. Похоже, я знаю, куда они. Подожди. Что тут рядом? Байке. Думаю, далеко они не уплывут. Скинут портфель и дело с концом. Так. На каком байке, Эйден? Ага. Где байк? Вон байк. Понял. Думаю, не туда. Она закрыта для посещений с 80-х. Блин, на байке. Хоть бы пометку поставили. На каком байке. Поеду за ним. Ну зашибись. Понастраивали мы с тобой. Ладно, мы сейчас начнем заново это все делать. Без шума и пыли. Нормально. Все сприм. На байке он поедет за ними. Хоть бы пометку на карте поставили, что типа вон байк, вон, внимание, зверь туда. Да ладно! Да вы прикалываетесь. Портфель на лодке, лодка идет по реке. Поеду за ними на байке. Похоже, я знаю, куда они. Подожди.
Что тут рядом? Думаю, далеко они не уплывут. Скинут портфель и дело с концом. Так. Так, отходим. Ага, старая Марина. Лаки Куин купили ее в 67-м. Думаю, они туда. Она закрыта для посещений с 80-х. Ну, с 80-х закрыта. Лаки Марина. Я не знаю Чикаго, поэтому я не знаю, что такое Лаки Марина, где это находится. Люди! В сторону! Пожалуйста, хотите жить, отходите в сторону. Гребаный водитель. Да никого я не задавлю, не парься. Ух ты ж, блин. Тихо. Да я не теряю из вида, вон он. Проще было бы взять лодку и плыть на лодке, блин. Серьезно, а не на байке. Не паркует, блин, я думал, она сейчас тормознёт на пирсе. Бип-бип. Паркуется. Тихо. Незаметно подберите портфель. Окей. Платформа. Ну. Ах, блин. Ну вот в чем дело? Взломайте, чтобы повернуть мост. Ну. По старинке, ладно. Здесь просто Q не появляется, но вы видели вообще. Просто не появилась возможность. Опа. Смотри, даже отсюда не получается. Тихо, нет. Так, ох. Так. Тихонько. Вы входите в закрытую зону. Да плевать. Их не жалко, а это их всех в расход, это все бандюганы, поэтому... Возможность взрыва не понадобится. И все. Вот так хорошо. Готов. Взорвать не надо, взрывать. Готово. Опа. Так. Легко и просто.
А самое главное, тише, просто, ну не знаю, просто быть не может. Так, а как внутрь попасть? Ну ладно, допустим. Допустим, я все сделал, как пройти внутрь? Вас понял. Что-то со светом. Так. Как же хорошо, что пирс умеет плавать. Давай, только вот залезь, пожалуйста, еще вот туда, куда мне, блин, надо. Ох, ура. Патроны, химикаты есть. Понял. Не сюда мне надо было, короче. Тут же я ж не зайду, да? Да, не зайду. Портфельчик. А, ёлки-шпалки. Чё, мы даже забирать его не будем? Просто отсняли. Вот что значит мобильный телефон, а? Отправляю тебе список гостей. Судя по всему, клуб подстраховался. Охраны будет полно. Хорошо, сейчас найдем тебе личность. С изюминкой. Не из нашей страны. Чтобы его не знали в лицо. Ясно. Лиц. Так, вот. Изобразишь мистера Панга? Это вряд ли. Европейцы есть? Николас Кристин. 32 года. Родом из Америки. Не был тут 12 лет. То, что нужно. Боже, тут его предпочтение. Он извращенец. Богатый извращенец. Его хватится? В каком это смысле? Клара, если я стану Криспином, ему придется исчезнуть. Я должен буду убить его. А? Нет, думаю, нет. Мою сестру похитили, Клара. Ради нее я готов на все. Все на таких серьезных щах, но как-то если вот все-таки немножко не хватает. Окажись. Не хватает чего-то, чтобы сказать, что нет, да, верю в происходящее. Вот, чего-то не хватает. Этой твари не хватит. Хороший выбор. Он должен забрать машину из автосалона. Ясно. Там и найду. Без шума и пыли. Так, паркуемся. Этот автосалон в Мэдмайл. Но сначала надо взломать центр управления. Так. Ладно, ребята, собственно, на этом, пожалуй, все. Я думаю, следующая серия будет дико интересная, потому что я подозреваю, что я знаю, о каком аукционе идет речь. Думаю, те, кто смотрел трейлеры, тоже в курсе. Так что такие дела. Думаю, будет дико интересно. Чем дальше, тем интереснее, хотя... Много чего непонятного, как по мне. Но да ладно. С вами был Док Браун, ребята. Ставьте лайки, пишите комментарии. Если вы тут впервые, подписывайтесь на канал. Удачи вам и до новых встреч. Играйте только в самые хорошие игры. Пока-пока.